Предприятия Хабаровского края продолжают обращаться в Фонд развития промышленности за поддержкой на модернизацию и расширение производства. По региональной программе компании могут получать льготные займы от 5 до 20 миллионов рублей со ставкой до 5%. В общей сложности за 6 лет фонд профинансировал 25 промышленных проектов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Эта программа называется «Развитие промышленного производства». На сегодняшний день достаточно большое количество заемщиков пользуются именно этой программой. Ну и вот конкретно организация «Полимер УПАК Сервис» также воспользовалась данной мерой поддержки по этой программе. Льготная ставка у них также составила 1%, потому что они у нас организация, которая приравнена к районам Крайнего Севера. В настоящее время организация «Полимер УПАК Сервис» выпускает полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки. С помощью фонда организация приобрела оборудование для производства заготовок пластиковых бутылок, что значительно сэкономит время, сократит затраты на логистику и добавит рабочие места. Приобрели в этом году новое оборудование для производства преформ. Преформы не производят в нашем Хабаровском крае. Ближайшие – это Владивосток и Новосибирск. Планируем увеличивать рабочие места. На данный момент нам уже необходимо 3 сотрудника на постоянной основе. Ну и дальше будем развиваться. Будут постоянно необходимы рабочие люди. На расширение технологической линии компания получила льготный заем в размере 14 миллионов рублей. Это позволило в 2 раза увеличить объем выпускаемой продукции. Теперь за час выходит более 800 бутылок. Оператор снимает, ставит ее вот сюда в пресс-форму, нажимает кнопки, она разрывается, он достает, одевает, складывает. Упаковывать должен другой человек, потому что один не успевает. На новом станке это делает один оператор. И производительность больше в 2 раза. Дмитрий Павленко, Анна Еремцова. Смотри Хабаровск.